Девочки, всем привет! Язык мой враг. Вот что хочу сказать. Арсений дома. У него кашель. А вы меня слышите, как я разговариваю? Ой, дома духота, сухота. Да, нам надо увлажнитель. Я это как бы знаю. Мне девочки пишут, что увлажнитель надо. Надо, девчонки. Хочу на Алиэкспресс посмотреть. К лету, может, придет к следующему. Сейчас позавтракаем, и на улице солнышко светит. Пойдем прогуляемся, проветрим все прям хорошо. Да, кашу. Арсений захотел манную кашу. Федя вчера ел ее, а в саду что-то другое давали, видимо. В общем, Арсений захотел манную кашу. Лицо я уже тоником протерла. Ой, прямо патчи у меня нет. Надо бы это тоже купить. Блин, пропустила 15 число Магнит Косметик. Прям так жалко, что сейчас придется покупать по нормальной цене, по обычной. Ну, блин, была же возможность, да? Так что вот. Хочу тоже Гербион, девочки, рекомендую. Потом что-то еще. А мы принимаем Флюдитек. Флюдитек закончился от кашля. Девчонки, тоже очень хорошее средство. Но мне кажется, что вызывает привыкание. Потому что одно время мы прям часто-часто применяли его. Принимали. Вот. Блин, такая кожа сухая вообще. И все прям помогало. Знаете, как помогало? Вообще прям, вот если, допустим, кашля нет, а такое першение в горле, выпьешь, и минут через 40 начинается такое прям конкретное кашель, откашливается. И через 2 дня кашля уже нет. Очень хороший. С 2 лет можно применять. Ну, это я не рекомендую, как бы. Ну, может быть, рекомендую, может, не рекомендую. Потому что, ну, у всех же свои особенности, да, организма. Но мыло прямо сейчас я тоже куплю. Он стоит 300 с чем-то. В общем, в течение 5 дней надо пить, по идее. Мы не пьем в течение 5 дней, нам 2 дней достаточно. Кашель вообще полностью проходит. Ну, мы уже вот сколько? С 2 лет Арсению я давала, 2 года, да, его применяем. Принимаем, господи. Саду тоже я одной посоветовала, она говорит, мы уже что только не делали в прошлом году. Я говорю, вы попробуйте вот это. Ну, говорю, я не знаю, смотрите сами. И потом она говорит, спасибо большое, говорит, вообще прям очень помог. Ну, мне кажется, вызывает привыкание, потому что кто мне посоветовал, подружка, у нее двойняшки, девочки, близняшки, а она сказала, что им уже не помогает. Ну, они часто болеют, потому что их 2 одного возраста, одна заболеет, другую подтянет. Здесь как-то вот вчера только сказала, все не болеют. Девочки, массаж. Не забываем, девочки, массаж делать, да. Раз на ПП не сидим, делаем массаж. Что? Ложку? Ты уже с ложкой пришел? А я кашу выключила, масло положила. Сейчас она настоится. И положу им. Вот. Пойду. Не забываем, девочки. Так, и вот так вот. Немножечко слегонца. Слегонца. Вот так. Себя любить надо. Заметно, как я себя люблю? Так, как вы знаете, в лесу живет замечательное животное. Лось. Давайте прислушаемся. Как мы произносим Кушайте. Это слово? Лось. Во рту возникает преграда для воздуха. И значит Л согласный звук. И мы слышим, что больше голоса, чем шума. Смотрите, какая у нас погода. Прямо солнышко, свет, птички летают. И решетки эти. Здорово. Вы слышите, что в этом слове звук «л»? Вкусно, хорошо. Мягче. Приятного аппетита. Давайте посмотрим, как это происходит. А, ведро взял, ладно, хорошо. Ты же только что открывал. Научился открывать двери, а у тебя сейчас сухари эти. Фу. Пошли за Флюдитеком. Наконец-то мы вышли. Да, не, надо на площадку. На площадку? Хорошо. Пойдем на площадку.
Ну туда, в ту сторону. Нет. Кстати, вот эта шапка у Арсения, это Лешина шапка. Туда. Я ему купила так чисто. Не надо мне вообще командовать мной, понятно? Ой, на улице хорошо, слушай. Мне кажется, даже я тепло их одела. Да нет, нормально. Я купила эту шапку Леше, чтобы, потому что когда у нас еще машина была, я говорю, хотя бы снег, когда будет зимой чистить, чтобы в шапке чистил. Он не любит шапку носить. А надо сковорезник сделать для птичек. Серьезно? Угу. А куда мы его повесим? Мам, птички будут холодно, а они улетят в теплые края. А сковорезник тогда зачем, если они улетят? Зря сделаем, что ли? Им холодно. Понятно, и они покушают и согреются, да? Угу. Ясно. Мам, что? Сковоречник? Когда мы придем, когда мы придем. Кормушки. Мам, это кормушки. Включи школу. Что? Когда мы придем с улицы, включи школу. Хорошо. Тебе понравилось в школе заниматься, да? Ясно, включу. Пойдемте тогда прогуляемся. Мальчики, только не бегайте, ради бога, ладно? Блин, дома такая жара невыносимая вообще. Ой, слушайте, ветер теплый. Ветер такой он есть, но ветер теплый. Такое все голое. Ну, здорово. А ты пойди Феде ведро положи, может он захочет принести. Нет. Сынок, поднимай ноги, не шаркай. Ой, хорошо. Да как. Я, кстати, вот эти вот кустики раньше очень сильно любила. Ягодки. Наступать на ягодки. При ком говорю? Они не созрели. Не созрели, да? Такие прям здоровские. Сейчас. На, наступи. Угу. Прикольно? Угу. Ну, сильно ты не топай. Пойду я одну Феде тоже. Феденька! Ты не убегай далеко-то. Ой, слушай, ну хорошо, прям. Кстати, если бы мальчишек сейчас не было дома, я бы окна помыла. Ну, хотя бы одно. Нет, мама, с улицы-то Леша моет. А дома-то я могу своей волшебной тряпочкой без проблем помыть. Что, сынок? Там большая иголка. Ага, пойдем, а то там машины едут, а Федя там один идет. Федь! На ягодку! А, прицеп. Стоит прицеп, сейчас покажу. А, про шапку-то я договорила или нет? Короче говоря, он ее не захотел носить, в общем, немножко поносил. Я ее постирала в машинке при 40 градусах. А ее, наверное, так не надо было стирать, она села. И, в общем, в итоге вот и замечательно, Арсений носит. Нормально. Прицеп, да. Вот этот вот прицеп постоянно стоял. Раньше Федя все время с Арсением подходили. С прицеп. Арсений, он тебя зовет. А тут хоп, идем с Федей. Прицепа нет. У мам, прицепа нет. Мама. Ягодки. Тут выпусти. Газель. Федя остался без ягод. Ладно, сейчас найду. Пожалуйста, по лужам не ходим, ладно? Арсений, не надо, у тебя чистые сухие сапоги. Идите. Вперед, идите. Федя, идем. Надо было этот помпон, бомбошку эту почесать ему. Молодец, да. Чтобы пробку не создавать. Смотри. Угу. Идите туда вперед. Сейчас покормим птичек. Федь, иди. Вперед, иди. Пакет-то у тебя второй, да? Ага. Сначала ты им даешь. Нет, сначала ты, а потом я уже сломаю. Ха, оладушки. Бегут мальчики. Арсений, иди быстрее корми. А тебе надо сначала нет, это оладьи, девочки, не оладьи, а маффины. Маффины, они у меня лежали в холодильнике, в общем, сейчас они как раз сырые такие, можно поломать. Блин, руки надо было дома пачкать, они здесь, ну ладно. Да, не убивай. Сейчас, Федь. Как смогла, так и сломала. Высыпешь сам-то? Ой, сейчас охрипнешь, не кричи. Не знаю, будут они есть. Лужи есть, девочки, я не беспокоюсь за это, потому что луж полно, найдут где попить, запить. Помочь тебе? Нет?
Что-то, девчонки, мне прям жарко, вот прям серьезно. Арсений, не стучи! Арсений. Ника! Стоит на горке. Ника! Федь, ты сыпь им, они сами прилетят, не зови. Просто высыпай и все, но они хлеб едят, мои маффины не едят. А, нет, кто-то голубки едят. Помочь тебе? Еще раз стукнешь, пойдем домой. Дай я дырку побольше сделаю. Здравствуйте, тетя Вера. Место встречи изменить нельзя. И причем главное, в прошлый раз мы тоже кормили, и вы пошли. Птичка. Ой, кормишь голубей. Федь, кто тебя научил показывать 2 годика? Тетя Вера. Да-да-да. Молодец. Покажи 2 годика. Ой. Ну, третий у него вылазит, ну ему же 2,5 уже. Молодец, третий не надо, чтобы влезть. Ну, я имею в виду, что уже наполовину. Да. Половину не забивать голову, только 2. Ой, молодец, посмотри. Давай. А что, Арсений там? Арсений вот это покормил. Арсений сегодня не пошел в сад, потому что у Арсения кашель. Чего у тебя в ведерке-то, Федь? Показывай, иди теперь рассказывай, что у тебя в ведре. Показывай, что такое? Грабли. Так, молодец, давай еще доставай, что у тебя там. Ой, девочки, хорошо на улице. Я в шапке, правда, я бы ее сняла с удовольствием. Но сниму уже дома. Сейчас постояли с тетей Верой, поговорили. Это помните как раз та женщина, которая мне сказала, что голубей нужно кормить смоченным хлебом и воду ставить, ну, чтобы они попили. Одну лужу есть, короче, нормально. Сейчас с ней поболтали, вот пришли на другую площадку. Вот, и сейчас пойдем в магазин, наверное. Девочки, мы уже дома, сейчас покажу. Вот купила флюдитек. Вот так он выглядит. Арсений, сейчас я тебе сделаю. Налью. Вот так он выглядит. Зашли в одну аптеку, в которую, в принципе, целенаправленно я шла. 403 рубля. А рядом соседняя дверь, ну, рядышком аптека. Зашли в нее 360 там с чем-то. Сколько? 369. Ну, сразу там взяли. И акция была на аскорбинке. В общем, одна пачка стоит 19 рублей. А если берешь 3 пачки, то по цене 2. Нет, Федя, вы уже по 2 штучки съели, сегодня аскорбинки больше не будет. В последнее время мы часто покупаем аскорбинку вместо всяких разных этих. Ну, в общем, вот в аптеке 407 рублей я потратила. Это лекарство, Арсений, это тебе сейчас от кашля. Флюдитек, помнишь? Ты просто забыл, как она выглядит. Девчонки, в магнит зашли, быстро, бегом, потому что очень жарко было. Влажные салфетки взяла, у нас осталось мало. Не люблю их, вообще терпеть не могу. Вот плохо то, что можно самим открыть. Один раз он мне полбутылки на диван вылил. Но это было давно. Нурофен-то самим как бы вот нельзя, здесь можно. Не трогай, я сейчас дам. Так, взяли 2 вот таких вот фруктовых пюрешки с грушей обе. За 27 рублей. Акция типа в магните. 42% скидка. 42. Сколько они там, получается, стоили? В районе полтинника, что ли? Так, взяли 2 вот таких вот булочки. Это вот мальчики захотели с чаем. Они, знаете что, вот здесь вот обсыпка, внутри джем. Ну, вкусный, свежий, иногда можно порезать, маслицем помазать. Нормально. Бананчики. Даже не смотрела, мы, в принципе, за бананами шли, за салфетками. В общем, бананы. И немножко я взяла картошки, потому что я забыла, есть у меня картошка или нет. Вот буквально совсем чуть-чуть. Все, сейчас наливаю. В общем, вот такие вот у нас сегодня покупки. Федя, не надо. Не надо. Все, сейчас попьете чаек и спать, поняли? Не надо, дорогой мой. Это в ложечку я тебе сейчас сделаю. Тем более, что-то в крышку. Здесь вообще стаканчик. Такой вот здесь стаканчик. Ну, можно в ложку, можно в крышку. Ну, я в ложку. Девочки, у нас уже вечер, готовлю ужин. Пюре сейчас будет. Или, может, так картошка будет, не знаю. Я ее переставлю. Она у меня побежала. Здесь у меня будет подлива лук, морковь. И у нас сегодня праздник.
Помните, я говорила вчера, что приготовлю куриную грудку? Я ее на подливу использую и в суп. В общем, Леша говорит: Оксан, давай не будем. Он сегодня зарплату получил. И, в общем, мы решили больше мяса сюда. Вот эту куриную грудку, подливку сделать. Что будут делать? Лук, морковь и ее, а потом подливку. Подливку. У меня мальчики-то чем заняты? Сейчас я вам расскажу. Сейчас у меня масло. Забыл масло сегодня купить. Хорошо, что я, ну, успела Леше позвонить, он купил масло. И надо носок тоже одеть. Все, кто у меня видит масло в каких-то видео, да, с носком, кто-то говорит: о, хороший лайфхак. Лайфхак. А кто-то говорит: знаете что? А что он открывает? Нормально. Федя притомился. Один носок. Хорошо, что иногда носки теряются. Одену. Не видно, видно, не видно. Обычно я взрослый носок одеваю. И закрываю вот эту надпись. А здесь пусть вот так будет детский. У него другого нет. В общем, вот сейчас я лук порежу. А, у меня спрашивали, кстати, чем я точу нож. Вот, точу вот такой точилкой. И, короче, не нравится она мне. Она такая какая-то несуразная. Точит, точит, но не нравится. Сейчас я быстренько лук порежу и покажу, что они делают. У меня сегодня осенний, прямо, ну, ему понравилась эта тема. Второй день, точнее, уже. Вчера немножко посмотрел, сегодня вкусил все это. Вот флюбитек дала ему, каша начался сильнее, но так и должно быть. А что я тут люто? Слушайте, шкурка, которая была на куриной грудке, я ее тоже сюда порезала. Мы съедим, взрослые. Сейчас покажу. Про кого рассказывают, сынок? Ну, про животных. Про животных, а это кто? Это, не знаю, кто. Рыбка! Рыбка? Рыбка? Федь, ты внимательнее слушаешь, чем Арсений. Рыбка! Они подустали, может, у Арсения даже температура. Рыбка, рыбка, да. У вас есть рыбки? Нет. Нет? А в аквариуме есть одна рыбка? Да. Да, да, да. Интересно вам? Что это за рыба? Ну, тебе сейчас там рассказывают. Интересно? Да. Интересно? Федь, тебе интересно? Хорошо. Ну, что там за это? Ой, какая рыбка. Это карликовый песок. Магик! А это что? Магик! А это китовая акула, да, слушай-ка. Магик! Летучая рыба, смотри, вон там летучая. Магик! Лазающая рыбка. Магик! Пиранья, пиранья, она злая. Магик! А это? Рыба-меч, тебе же говорят. А не слышно ничего, я готовить начала. Сейчас, девочки, обжарю грудку, кусочками порезала. Потом положу лук, морковь, тоже это все дело обжарю. А потом залью водичкой с мукой немножко, разведу. Томатную пасту добавлять не буду, у меня ее и нет. Вот здесь картошка у меня на маленьком огне. Не слышали ничего, что я шумлю. Сейчас. Ну идите тогда пока, нажмите на паузу, потом досмотрите. Да, нет? В общем, короче. Эту тему мне вчера рассказала Ульяна. Она живет в Калининградской области, в поселке. И у нее дочка ходит во второй класс в школу, ездит в другой поселок в школу. А у Ульяны есть еще маленький сынок, годовалый. И, в общем, иногда она не может, как бы, там на автобусе надо ездить, на таком маршрутном автобусе.
она ее провожает, но иногда, когда маленький болеет, она, дочка, сидит дома. Или если дочка болеет. В общем, короче, суть в том, что это домашняя школа, интернет-урок. Вот такая, знаете, семейная школа скорее. В общем, она мне сказала, я говорю, так она пропустит, Варя, пропустит учебу, пропустит все дела, да? Сейчас крышку накрою. Вот, я говорю, так она пропустит учебу. А она мне говорит, а я сейчас, говорит, с ней занимаюсь, вот домашняя школа. Я говорю, в смысле? И вот она мне кинула ссылку, и там первая неделя, она бесплатная. То есть, ну, понять, что, как, чего. Мне-то как, у меня дети еще старшему 4 с копейками, да? Но мне было интересно. Я своему дала посмотреть, ему стало интересно, реально. И русский, и чтение, и, господи, математику. Особенно вот сейчас животные. Ну, животных они уже второй раз смотрят, да, этого они другие. Это окружающий мир. Окружающий мир. Девочки, для меня было открытием, когда я прочитала все это, что можно получить аттестат о среднем образовании, учась дистанционно. Представляете? Учась дома. Ну вот, семейная школа, да, вот этот интернет-урок. Я вообще, я даже не знала об этом. Поэтому я как бы хочу с вами поделиться. Возможно, вам это будет тоже полезно. Это знаете, кому удобно? Удобно, кто пропускает занятия в связи с болезнью, в связи с отпуском с каким-то, да? Когда вот не подгадал под каникулы, а вот удачно выпали путевки. Чтобы не пропустить, а наверстать, то спокойно ты можешь, во-первых, сама можешь занятия посмотреть. Вот я просто там уже прям много чего полазила, посмотрела. Спокойно можно посмотреть урок вот этот, да, и если непонятно, ребенку объяснить. Там настоящие учителя, квалифицированные, настоящие учителя. У них там категории какие-то присвоены. Я сильно не вникала, потому что у меня, как бы, знаете, это пробная неделя такая, мне интересно было. Вот. Ульяна говорит, что ее дочери прям нравится. Я говорю, ну вообще здорово. И вот я мальчишкам сейчас посмотрим, насколько их хватит. Мне просто интересно вообще, вынесут они оттуда что-то или не вынесут. Тоже, вот, допустим, чтобы не нанимать репетиторов, никуда не возить ребенка. Вот для Ульяны это вот самый оптимальный вариант, потому что, чтобы Варя поднагнала то, что она пропустила, вот ей это удобно. Там оплачивается помесячно, что ли, поэтапно. Там месяц, по-моему, 4 месяца, 9 месяцев, сейчас посмотрим. Девочки, как вкусно пахнет, какая красота. Я такая, мне прям жарко. Сейчас я их попрошу, чтобы они в спальне посидели. Окно открою, проветрю. Вот, девочки, на чем они закончили? Лист смотреть закончили. Так, как у нас здесь нужно выключить? Выключить, выйти. Вот, девочки, смотрите. Самая большая школа у вас дома. Здесь здорово то, что первая неделя, она бесплатная. Соответственно, вы можете зайти, зарегистрироваться. Ну, я вот зарегистрировалась, да, и мониторю, что здесь, да как. Показываю детям, интересно, нет. Но я говорю, опять же, у меня как бы дети-то маловаты. И что здесь пишет? Полное среднее образование с 1 по 11 класс дистанционно. Возможность официального зачисления в любое время года. Выдача российского аттестата государственного образца. Прикиньте, я вообще не в курсе была такого. Не знаю, конечно, может быть, я просто со своим декретом 4 года не в теме. Для семейного обучения, для тех, кто часто пропускает, для проживающих вне России. Тут тоже, если проживаешь вне России, я все это изучала. Нужно будет просто приезжать, допустим, на ЕГЭ, ОГЭ, что там... Девочки, я могу ошибаться, потому что, ну, пока не в теме. Учитесь, когда вам удобно. Ну, вот смотрите, да, в любое время года, в любое время дня и ночи. Здесь, как бы, знаете, смотрите, преимущества, основные сомнения. Девчонки, прям вот рекомендую, потому что, я говорю, вот Ульяна мне посоветовала, я советую вам. Зайдите, посмотрите, вот как это работает. Ну, и как бы, вот видеоурок. Девочки, вот цены. Один месяц 800 рублей, 2 500, 4 500. Но это с зачислением, с участием, без зачисления, насколько я понимаю. Ну, у меня первая неделя, поэтому, смотрите, узнала информацию, делюсь с вами. И ссылочку, как всегда, оставлю внизу в описании под видео. Вот, прямо преподаватели, учителя, ученики, их родители о школе. То есть там оценки ставятся, там советы даются, там учителя отвечают на вопросы. В течение 15 минут, девчонки, все очень удобно. Как проходит обучение. В общем, рекомендую, зайдите сами, ознакомьтесь с информацией. Ссылочку я оставлю. Так, здесь у меня кипит. Кипит. Арсюш, ты пришел в школу смотреть? Тебе интересно? Хорошо. Сейчас я включусь, я больше говорить не буду. А ты хочешь в школу-то ходить? Хочешь?
Как он мне сегодня сказал, мама, у меня рюкзака нет. Я говорю, ну пока нет, потом будет. Да, сынок? Мам! Ау! Во! Что? Мать. А что это? От фломастеров, что ли? А-а-а. Так, что здесь? Здесь кипит. Ой, надо немножко водички долить. Сейчас, девчонки, картошку я выключила. Сейчас надо будет слить. И у меня пюре делает Лёша. А что у нас папа тут делает? Салатик? С маслицем? Я, да. А я люблю с майонезиком. Ну я сегодня поем с маслом, оставь. Оно же запахом? Нет, обычно? Не факт. Ну, без разницы какой. Ну, конечно, лучше запах, но я не знаю, есть ли оно. А ты с каким? Ты еще не мешал с маслом? Нет. А, ну, оставь тогда. Себе отдельно сделай, я с майонезом. В общем, вот, девочки, наш ужин. Я положила Лёше. Лёшин салатик, наш салатик. Кто что захочет, я не знаю. Моя тарелка. Это Арсений, это Федя. Девочки, вот на самом деле безумно вкусно. Мясо очень мягкое. Вот его главное не пересушить. Вот кто никогда не пробовал, без специй, просто лук, морковь, ну там филе или просто курица, лаврушка и укропчик, попробуйте. Это очень вкусно. И, кстати, даже вкуснее, когда мука внутри, вот, ну когда я ее насыпала, пережарила, потом водичка залила, это гораздо вкуснее. Нам приятного аппетита. И все, кто будет кушать, тоже приятного аппетита. Мальчики, вы папе помогаете, да? Как вам, хорошо? Удобно? Папа, тебе нормально? Это мы так ко сну готовимся. Все, мальчики, спокойной ночи. Я не могла это не заснять. Слезай. А папа футбол смотрит. Заметно? Ой, папа, папа. Все, девочки, мы уже поужинали, уже достаточно давно поужинали. Вот мне предстоит сейчас помыть вот эту всю посуду. Это мы с халвой пили чай. Лёша поет там колыбельную. Мальчишкам, блин, я лимон не съела. Точно думаю, что-то не хватает. Приготовил выбрасывать масло. Оно уже плохое-плохое. А я же белье отбеливаю с маслом. В общем, оно не рафинированное. В общем, короче, я его просто уберу в ванну, чтобы оно глаза здесь не мазурило. Вот мы поели, вот у нас еще осталось столько. И картошка, картошка. И мне сейчас предстоит помыть посуду и пойти в душ. Вам слышно? Все, пойду я в душ. Всем спасибо, что были с нами. Все, всем пока, девочки. Всем пока. И сам зевает. Сейчас помою и пойду. Устала сегодня. Да просто с непривычки. Двое сразу такая. Арсений же в сад нормально ходил. Все, пока-пока. Я могу долго болтать. Все, пока.